Друзья, с добрым утром. Какое все-таки прекрасное сегодня утро. Посмотрите, на воде вообще ни одной морщинки. Все как зеркало, как здорово. Вот там где-то уже даже байдарочка плывет. Ой, красота. Сегодня 11 мая. Вы посмотрите, какая прелесть. Просто горизонт сливается, небо с водой сливается, дома отражаются. Очень классно. Мы пойдем с Локушкой. Куда? Гулять, мой хороший, пойдем, да. Ведет меня куда-то. Друзья, мы уселись с Локой на самую козырную лавку в городе. Посмотрите, какая красота, какой обзор. Вот там шумит жизнь, основная магистраль города. Так приятно иногда выпасть из вот этого бега, забега. Ну, на время, конечно. И посмотреть на все это со стороны. Немного перевести дух. Сейчас пойду добивать рукав. Вчера я его полностью связала, потом полностью распустила, потому что как только я закончила последний ряд, я поняла, что я хочу в итоге видеть на кофте. Ну, такое бывает. Для этого надо попробовать связать сначала что-то. Вот такая красота, теплынь. У нас аномальная совершенно погода. Вот так вот, девочки, развернусь к вам, и мальчики, если есть таковые. Забыла очки, поэтому буду сейчас щуриться. Уже все зелено, чему удивляюсь, потому что это очень раннее тепло для нас. И на ближайшие полторы недели будет вообще очень жарко, до 30 там с копейками. Еще только начало мая. У нас обычно в это время мог лежать снег. Поэтому это прям удивительно. Очень красивая картинка вот с этой зеленью. Вообще класс. Друзья, конец недели уже. Подключилась показать все-таки, что же у меня с вязанием. Итак, неделя была короткая, рабочая. Объем дел, к сожалению, не меняется. Никуда никакая работа в лес не сбегает. И никто ее ночью не делает, пока я отдыхаю. Поэтому пришлось немножечко более интенсивно поработать. Но все вроде хорошо. Плюс еще конец года, и я, как многие родители, живу в режиме фигара тут, фигара там и еще где-нибудь. Поэтому везде надо успевать, помочь ребенку с экзаменами. Параллельно сейчас мы заканчиваем 8 класс в музыкальную школу, и там идут экзамены. У нас, конечно, в этом году нет ОГЭ, но есть внутренние школьные экзамены по профильным предметам. Поэтому нам хватает с Майка всяких разных дел. И надо, конечно, помогать и вот с транспортом, и как-то организоваться, и выкроить время, в том числе на отдых. Это очень важно, на мой взгляд, чтобы восстанавливаться и как-то не угаснуть, да, не выгореть вот в этой экзаменационной гонке. Но ничего, все будет хорошо. Итак, что же с вязанием? С вязанием у меня готов первый рукав полностью, я его перевязала. Вот я сейчас вам его немножечко так сложила, как он должен быть, потому что края закручиваются. Это достаточно широкая деталь. Ну, серьезно, это практически перед. Или, уж точно полочка. Достаточно широкая деталь. Это получилась у меня некая модификация рукава фонарик. На вот в этом месте 3/4 рукав. Нет, 7/8 я сделала, вот так вот будет. И вот в центральном месте, по уровню центра рукава, будет складочка. Вот такая вот очень красивая. Дальше будет все присборено.
Вот, то есть будет рукавчик любимой нашей длины, чтобы были открыты кисти рук, чтобы были видны все вот эти вот штуки, браслетики, кисти красивые. И при этом рукав будет широкий. Это вточной рукав, у меня вывязана пройма, и сверху достаточно широкий отрезок остался незакрытый, то есть это финальный. Макушка уже оката рукава, вот часть я ее вывязала, закрыла, а часть оставила на спице, у меня тут будет такая вот сборочка. То есть рукавчик, ну это действительно, это разновидность рукава-фонарик. То есть здесь сверху будет совсем немножечко сборочек, вот ровно настолько, чтобы придать здесь современненький, модненький объем. Давайте вот так вот, да, вот так чуть-чуть присборить и не наделать вот здесь вот таких вот громозек, которые всегда мешают и под одеждой, и добавляют ненужного лишнего объема на вещь. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Я несколько раз все это дело просчитывала, сверялась с расчетами, сверялась со своими мануалами, и я думаю, что я все-таки попала в расчеты, и хорошо у меня получится именно во вточной рукав посадить. Очень хочется какую-то такую, знаете, универсальную классическую вещь. Ну, я напоминаю, что это у меня будет джемпер с V-образным вырезом, с вточным рукавом, ну и вот про рукав я вам рассказала. Внизу будет просто прямо на некой такой резиночке, скорее всего, это будет у меня просто отделка с подгибом вниз. С низом, с отделкой низа я еще не знаю, а вот с рукавом я определилась. Долго на самом деле я думала, крутила-вертела, сделать мне его очень пышным отсюда, сделать мне его здесь вот гладеньким, а к низу расклешить что-то типа колокольчика или там епископского рукава. Но в итоге решила сделать, вот придумала такое решение, и я думаю, что вот такая складочка — это достаточно интересная деталь, присмотритесь к ней. Смотрите, какая прелесть. Она несложно выполняется. Можно даже заложить, например, каскад складочек. Вот как-то так. Вот смотрите, какая прелесть. Супер. В общем, вот, я на финишной прямой. Второй рукавчик у меня тоже уже продвигается. Вот такая вот деталька. Здесь у меня формируется клин расширения. Это, да, это моя, вот ноу-хау мое. Возможно, это, знаете, такой изобретенный велосипед, но посмотрим, как все это сработает. Если все получится, и получится тот эффект, который мне нужен, когда вот это что-то будет, знаете, типа решение типа того, что я показывала на пудровом джемпере из ангорки, когда весь объем собирается только с внешней части рукава, а с внутренней нет лишнего объема, и, соответственно, нет помех для одежды. Это красивый, очень удобный рукав. И время, кстати, показало. Дочь протаскала его всю зиму. И я ее вытряхнула из этой кофты только, по-моему, вот в апреле. Просто потому, что стало уже жарко. Вещь смотрится классно, современно, актуально. И я хочу себе такую же. Вот это будет некая разновидность, но, конечно, совершенно другая по крою. Там был реглан, здесь вточной рукав. Вточной рукав вязать несложно. Мне кажется, он сейчас незаслуженно забыт, и мне хочется вам показать, что это очень хороший крой. Он собирает всю фигуру, и вообще вот это вязание сшивных изделий, да, это как бы не так весело и быстро, как регланы, как кокетки бесшовные, но эти вещи, они вот благодаря швам, они как-то собираются все в кучу, как-то они структурируют фигуру, саму поддерживают, помогают выглядеть лучше. И вот этот вот высокий рукав с красивым окатом, он делает вещи более такими классическими, наверное, и в то же время более элегантными. Вот что я хотела сказать, очень много слов. Остатки у меня до последнего рукава, вот до второго у меня оставалось 135 граммов. Я думаю, что на рукавчик уйдет где-то порядка 40 грамм, плюс еще отделочка. Ну, в общем, я буду иметь остатки такие, какие мне хотелось бы, и к зиме я что-нибудь, какую-нибудь себе красивую
кокеточку жаккардом, вот с этим узором, вернее, боже мой, с этой пряжей я что-нибудь придумаю. Буду искать компаньонов, с вами советоваться, но это будет чуть попозже, к осени. Сейчас мне надо закончить на лето вот эту вот вещь. Я думаю, что в наше малоснежно-уральское лето мне она будет очень хороша. Собаченька моя пришла. И хочу даже собрать с ней зеленый образ, Total Green Look. Возможно, не все будет вот в таких цветах, а очень хочу подобрать низ такого, знаете, малахитового цвета, изумрудного, и купить такую же сумочку и обувь. И если у меня все задуманное получится, я вам, конечно, все это покажу. Может быть, чуть попозже. Сейчас не совсем у меня есть на это время и возможности. Друзья, вот такие вязальные новости. Заканчиваю. Сейчас работаю только над вот этим джемпером, потому что хочется его закончить. Я собираю всю информацию, чтобы снять небольшой обзорный такой экспресс-мастер-класс. Для школы это будут очень подробные уроки с отделками, с расчетами. Здесь, кстати, у меня на переде выточки не совсем стандартные. И это, по большому счету, вот из последних вещей, которые я уже тут на YouTube связала, это первая вещь моя с выточками. Почему-то в какой-то момент я их забросила, и совершенно напрасно. И мне кажется, все равно посадочка такая более, получается, интересная, более рельефная, что ли. А для вещей с вточным рукавом это прям очень хорошо подходит, потому что, чтобы вточной рукав хорошо сидел, не получится задать большую свободу облегания. Все равно свобода облегания стремится вот к такой либо к, ну, обычной посадке, либо, ну, совершенно чуть-чуть свободной. Никакого вот плюс 20 сантиметров по объему вы туда не зададите, и лишний объем на груди нам совершенно не помешает. Вот с вязанием пока так. Очень сильно надеюсь, что на следующей неделе я вам покажу уже хотя бы вещь хоть в какой-то сборке. В идеале было бы, конечно, готовую вещь, но будем реалистами, и программа максимум — довязать рукав, перевязать чуть-чуть спинку, мне надо просто закрыть плечевые швы, собрать все и показать вам, как это все получается, какой силуэт, потому что пока я только развожу руками, говорю и показываю кусочки там незаконченных деталей. Пряжа обалденная, обалденная. Жалею, с одной стороны, что процесс заканчивается, но с другой стороны, хорошей пряжи в комоде тоже достаточно. И я думаю, что еще есть у меня чем побаловаться. Друзья, все. Хочу вас пригласить к книжному шкафу. Точнее, рассказать вам, чем закончилась моя читательская неделя и что я дальше буду читать. Если вам интересно, то, пожалуйста, оставайтесь. А если нет, то мы встретимся с вами на следующей неделе, вот примерно в таком же формате. Мне получается их снимать. Достаточно легко это все делать, монтировать. Интересно, мне самой очень интересно. Судя по просмотру, я вижу, что и вам тоже. Поэтому до скорых встреч и пока не прощаюсь. Друзья, ну что, последняя локация на сегодня — книжный шкаф. Я закончила читать «Маргариту» 15 мая. Был день рождения Михаила Афанасьевича Булгакова. Ему исполнилось бы 130 лет, ну понятно, что мы так долго не живем. Но и все равно юбилейный год. Я очень хотела дочитать «Мастера и Маргариту» 15 числа, но это был выходной день, суббота, мы его провели на даче, сейчас лето, вернее весна, и очень много работ всяких в начале сезона, поэтому мне немножко было не до чтения, но 16 я закончила читать эту книгу. Все, это было проглочено на одном дыхании, мне хочется сейчас почитать еще что-то у Булгакова. Я заказала себе одну книгу, вернее сейчас хочу заказать. Она намного толще, чем «Мастер и Маргарита», но она про «Мастера и Маргариту». Там булгаковская, по-моему, версия до редакции есть. Есть вот
как бы официальная редакция, потому что мне просто нужна была книга на замену, я не знаю, сколько это еще сдюжит, вот она вся поехала, и тут там дальше еще хуже. Поэтому мне нужна книга на замену, вот заодно и у меня получится такой сборник, то есть там версия до редакции, после редакции, там какие-то статьи Булгакова про то, как читать «Мастера и Маргариту», как понимать образы. И мне советовали посмотреть лекцию про то, как читать «Мастера и Маргариту». Спасибо вам за совет, я обязательно ее посмотрю, но только после того, как прочитаю вообще все, что сам писатель писал про это произведение. Потом обязательно посмотрю, поделюсь своими впечатлениями. Когда придет книга, я вам тоже ее покажу, потому что я знаю, что очень много любителей оказалось у меня на канале. И вообще под прошлым вот таким же вложиком, где я рассказывала про то, про свое отношение к художественной литературе, очень много было положительных отзывов. Точнее, они все были положительные. И такого отклика я не ожидала. Я уже была готова, я уже засела в засаде, приготовилась к обороне, потому что я там говорила не совсем приятные вещи про современные книги, вот эти мотивационные. Если не смотрели, я все, ссылочки все оставлю либо в подсказочках, либо в инфобоксе, либо просто посмотрите на канале предыдущее видео. Но, друзья, я очень рада, что аудитория собралась такая, что мне не надо это все объяснять по 50 раз, и вы меня поддерживаете настолько, что это прямо даже неожиданно, просто, вот понимаете, это очень классно, это очень круто. Спасибо, обязательно рекомендуйте книги, которые вас оставили какое-то впечатление. Мне писали и про Яхину, и про Чехова. Чехова я тоже обожаю. Готовлюсь морально прочитать его «Сахалин». Это прямо, знаете, эта книга стоит у меня таким особняком в списке книг, которые я хочу прочитать, но на нее надо настроиться. Точно так же, как на Яхину. Яхину пока вообще я просто даже боюсь брать. Мне кажется, там совершенно непростая литература. И после Булгакова, после «Мастера и Маргариты» осталось такое послевкусие, понимаете, я не могу ничего читать. Вот у меня сейчас на телефоне в процессе чтения детективчика Джоан Роулинг, это автор «Гарри Поттера», которая решила немножко отдохнуть от мира «Гарри Поттера» и пишет детективы под псевдонимом Роберт Гейлбрейт. И вот вторая, у нее серия про детектива Корморана Страйка. И вот вторая книга про Корморана называется «Шелкопряд», она у меня сейчас в чтении. Но это так, знаете, это вот так. Очень вяленько, по 2-3 айфона странички в день. И, конечно, эта книга не появится у меня в библиотеке однозначно. Я их все прочитаю, сейчас уже 5 книг. Они такие интересненькие, и сериал интересненький был, но это, конечно, не сравнится. Просто последнее, вот у меня оставалось где-то на 16 число, на воскресенье у меня оставалось чуть меньше половины книги. И, знаете, дел было по горло, надо было и прибраться, и что-то еще сделать. Но я все, я пока это не дочитала, я ничего не начала делать. Я дома сказала, что у меня сегодня выходной. Естественно, они, бедные, не страдали у меня, нет отсутствия еды, нет отсутствия уборки. Но вы же понимаете, дома всегда есть что поделать. Но на тот день у меня было табу. Я села на диванчик, и пока я ее не приговорила, эту книгу, не прожила вот эти последние страницы, я не успокоилась. Вот, теперь я сижу, смотрю на свою очень скудную библиотечку и не знаю, что брать почитать. У меня, конечно, есть еще целая тонна книг в электронном виде, есть книги у мамы, есть и там то, что мне очень хочется почитать. Но действительно, книга настолько мощная, что нужен какой-то перерыв. Друзья, все, на сегодня я, наверное, недельку заканчиваю. Надеюсь встретиться с вами очень скоро. Всего вам хорошего, хорошей вам весны. Не болейте, будьте счастливы и до скорых встреч. До свидания.